Ну что, я затупил, я не знаю, что делать. Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Смешариков, Наам, сука. Саратов, сила. Самара, шкила. Сука. Ебать, дорогие смешарики в истории. Дружище, братишка, блин. Ну что я могу для тебя сделать? Мне ж неудобно, блин. Такие донаты, братан, блин. Пипец просто, ты сумасшедший, блин. Да. Вот, пожалуйста, что. Вот такая вот игра, по-другому не сделать. Поэтому смешарики, пожалуйста, смешарики. Вот тут такие вот они, какие есть. Это игра. Я как-то необычно себя чувствую. Будто я из пластилина, ёлки-иголки. Ой, ты тоже пластилиновый. Ёжик! Ёжик! Ау! Ёжик! Крош и Ёжик переместились в другой, параллельный мир. Про параллельные миры много интересного нам может рассказать Лосяш. Ведь именно он был соавтором «Чудо-машины». А я что должен делать? Ёжик! Ёжик! А что же теперь делать? После перемещения в параллельный мир ёжик находится в удивленном состоянии. Пропавшая часть от вентиляции. Тяжелая железка. Наверное, детали от вентиляции. Пропавшая часть от вентиляции. Наверное, детали от вентиляции были для чего-то нужны пину. Пока вентиляция пина не собрана, включать ее бесполезно. Эта труба от другой части вентиляции. Эта труба от другой части вентиляции. Скажи, пожалуйста, солнышко, насколько тебе эта игра нравится? Отлично. Больше, чем Alan Wake? На 100% больше. Твой Alan Wake нахуй. Лох, петух. Это устройство, похоже, около гаража Пина находится. Это просто пиздец. 35 чел сидит за компом и 2 качела по 19 плюс лет сидят и смотрят эту дресню и радуются. У меня мать в гробу аж сальто задняя ебнула. Ты дурак, осуждаю. Не говори при мне таких вещей мерзких. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Гоу другую игру, у него на голове вместо мозгов одна лысина. Она не сможет это пройти. Она слишком тупая для квестов. Она слишком нежная. Самара, городок, а я лысый дурачек. Фу, попуск скипнула. Эта труба от другой части вентиляции. Кролик играет в кролика. Дед, знакомая эта ситуация. Эта труба от это другой части вентиляции. Все свои детальки перебираешь. В детской игре зато неудивительно. Скоро мы починим вентиляцию. Пока вентиляция пина не собрана, по-моему, это Я думаю, что это фантик. Пульт машины перемещения. Ёбаный рот, а что делать? Надо еще искать.
Замечательная фотография. Сюда. Надо вторую вентиляцию найти. В этом домике живет Пин. Опа! В доме Пина всегда вот можно так найти часть от вентиляции Пин. О! Изи. Сейчас скоро пройдем, спидран поставим. Все готово. Изи. Ух ты, все работает. Раритетный фантик. Кстати, ежик коллекционирует фантики. Это ежик пытает, да? Фантик, у меня есть раритетный фантик для тебя. Фантик, фантик. Очень раритетная вещь, такой редкий экземпляр. У ежика есть лупа. При помощи нее можно зажечь горелку воздушного шара. Ты за что, деда? Я люблю свою маму. Я любила с ней в одну игру играть. Там суть такая, что она кусает зубами край стола, а я ей со всей силы с ноги по затыку бью, и потом сидим и зубки считаем вместе меньше, чем три. Не понял. В смысле, блядь, у него есть лупа, и что? У ежика есть лупа. При помощи... Что-то я не свалка понял. Особо ценных вещей. И чё, блядь, делать надо? У ёжика лупа есть. И что? Горелку зажечь... Краб. С первого взгляда может показаться, что это... Да и давай, уже закрой свой рот, блядь, не убейся мне, ёбаный карпот, блядь. Я с тебе, блядь, слово дам, а ты рот свой закрыл, блядь. Сука, ты меня хули, брат, я тебя рот ем. У ёжика есть лупа. При помощи нее можно зажечь горелку воздушного шара. Ну... В смысле, а что он не зажигает? Ты ебать, а где? Что? Как? В смысле, затупь, я не понимаю, просто как это сделать? Зажги горелку, затупок. Окей, где горелка? Покажи мне. Я не вижу. Где она? Объясни, пожалуйста. Справа, снизу. Да я знаю, что там снизу лупа, долбоё. Вот она. Она как бы так, и так у меня. Это же... Чё? Он залазит, но ничего не зажигает. Чё, блядь, я не понимаю. До этого. По небу летят красивые облака, и вдалеке виден Пин. Ага. Пин! Пин! Дед в тухлую вену гоняет. Пин не слышит ежика. Как ежику помочь? Как ему помочь, Пин? Хоба! 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 Как ему помочь? В ручье очень чистая вода. В ней видно,
Хопа! В ней видно, как плавают... Кот, блядь! Блядь, не пойму я. Интересно. Надо что-то другое взять. Он удочку не берет. Дед, я эту игру прошел за час в 7 лет, а ты в свои 50 плюс не смог найти рупорт. Я хуею с тебя, женщина. Вручни. В ней видно, как плавают рыбки. О, смотри, пошло. Изи на. Это такая постройка. Впрочем, я думаю, нет нужды делать какие-то дополнительные комментарии. Сложно. Сложная игра, бля. Боль? Не сильно. Ну как, ведро с краской. Блять, а чё тут ничего нету, копаты чё? Правильно? Домик копат? Тут ничего нету, я правильно понимаю? Ты крош или крол? Ты крош или крол? Я ты крош или крол? Тут ты ничего крош нету, или да? Крол? А может быть ты Нюша? Скорее я всего Нюша. Ты Нюша. Га-га-га-га-га-га-га-га. Не хочу ничего решать, хочу просто играть в смешарика. Вы мне плевать на все. Тыква висит, и что она висит? Ну висит она, да. Ты правильно сказал. Он ее не берет. Тыкву он не снимает, он ее не берет. Домик копат? Это... Копатыч очень любит. Пока Копатыч... В смысле не стыдно, блядь? Я реально не пойму, что делать. Ты что думаешь, так легко, что ли? Пришел, победил, блядь? Это тебе не Elden Ring. Там все понятно, просто убивать этих мобов и все. А здесь логика. Какая хуйня, блядь. Денчик, ты нормальный вообще, дружок ты мой? Колодец работает? С чистой ключевой водой. Осторожно, вы можете случайно уронить этот предмет в глубокий колодец. Осторожно. И чё? О. От колодца веет прохлад. Интересно. Осторожно, вы можете случайно уронить этот предмет в глубокий колодец. Блять, не пойму нихуя. Осторожно, вы можете слушать. Мне нужно убрать упавшее дерево каким-то образом. Вода в колодце блестит и переливается. Давайте поиграть. Это как раз для его интеллекта. А ты сам иди покунай. Блять, а как мне, сука, взять и понюхать жопу? Я не понимаю, блять, я сейчас чесал очко, у меня под ноготь забились кикиши. Вот я их понюхал, они пахнут. Да, действительно, это Виктория у меня на пальце. Покрась улей, попробуй. Впрочем, я ду... Давай попробуем. Нет. В доме... Да чё за бред? Домик копатый...
Вообще сложная игра, пиздец. Я не знаю. Сложная хуйня. Копатыч. Типа вообще, ну вот у него ничего здесь нет, локации. Бред. Кто парашник, блядь? Морковку на грядке сорвать. Нельзя. Блять, я не понимаю. Там, где ули торчит морковка. Морковка торчит между ног у Виктории Коростины. Снорк. Вот это большая, да? Не, он ее не срывает. Опа-на! У меня еще и все признаки старческого маразма! Не, не срывает. Копат? Больше всего на свете Копатыч любит мед. Мед, блядь, ему мед что-то принести, насрать ему. Херня какая-то, блядь. Я не то чтобы, блядь, не осилил. Просто... Ну, как бы, блядь, ну, сложно, да. Не то чтобы сложно, просто думать надо. На веревочке ежик иногда сушит свои вещи. Может, этот предмет сухой. Его нельзя высушить. А-а-а. В смысле, ведро с краской? Этот предмет сухой. Только там нет никакого предмета. Кактусы нуждаются в особых водных процедурах. Аккуратно. Кактусы очень нежные растения. Значит, с Каркарычем говорить надо. Мне нужен Каркарыч, наверное. Может, читы какие-то есть в этой игре? Читы на бессмертие. Лосяш и Пин придумали... Хорошая погода. Солнышко выглянуло совсем недавно. Еще несколько часов назад была ужасная гроза. В такую погоду очень здорово бегать по улицам, а не сидеть дома. А я вот тоже не сижу дома. Только я забыл. Я что-то хотел сделать. Лосяш и Пин придумали... Театр. Это целый мир. О театре я готов говорить без... Может быть, ты хотел погулять? Точно! И не просто погулять, а сходить к Совунье в гости. Всем пух! Меня зовут Влад Валакас, и я профессионально играю. Скоро. Всем привет, не надо меня бояться. Я сильный гойда-гойда-гойда. Мне надо что-нибудь принести к чаю. После того, как я найду, что принести к чаю, я отправлюсь к Совунье. А что вам можно предложить? Ведро с краской. Блядь. После того, как я найду, что принести к чаю, я отправлюсь к Совунье. Мед, да? А ну-ка. Сколько задонатили на игру? 400 тысяч. 400 тысяч рублей на полчаса. Ого! Ага. Копатыч очень любит...
400 тысяч всего лишь. Нихуя. А, вон жрется. Эй, дедус, передай привет моему другу Сереже Данилову из города Константиновск. Он сегодня лишился девственности в 27 лет. Так к чаю очень хорошо подойдет мед. Но у меня его пока нет. Еще и мята хороша для чаепития. Мята к чаю? А где же нам ее взять? Сейчас вырастим. Эть. Вот и мята выросла. Ого. Ароматная мята для чаепития. Ого. Ну вот и все, и прошли. Прошли почти. Че тащимся, ебанько? После того, как я найду, что принести. Я думаю, Кар-Карычу понравится ароматная мята. Вот мята. Чай с мятой – это вкусно. Думаю, Савуне это понравится. О! Спасибо, вы меня выручили. О! Мне нужна электропила, там дерево. На солнышке греется лосяш. Да заебал ты смеяться, дебил, блядь! Находится какое-то странное устройство. Вот, сука, ты... Ой, тут хаба! Можно так. В смысле? Хаба! 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 Дед, блядь, давай без обид, но я сейчас показал твой паток маме. Во что ты сейчас играешь в свои 54-го года? Она сказала, что ты дигрот. Зачем ты заставляешь зеблов это смотреть? Иди нахуй. Ты долбанёк, сука, мама твоя, блядь, меня, кстати, знает не понаслышке. Скажи, что это моя мама, она ж мне сосала. Ты же спроси ее, как она меня знала. Помнишь, как мы с ней гуляли вместе напролет? Помнишь, как я ей давал на клык в рот? Помнишь, как мы по пляжу вдвоем пьяные, на платье белом, а я на руках ее несу, потом она мне сосет, и я ее глажу. Ебать, а что ты еще мне скажешь, ты, сука, дурак, ебаный еблак? Хули ты, сука, родился, не пойми от кого? Ты думаешь, это я твой папа? Да нет, нихуя, нихуя я не твой. Пошел ты нахуй, ты сегодня не со мной, ты дебил, блядь, ебаный, йоу. Ты сука, а я сучка. Вот и думай, вонючка. Так, что дальше делаем, пасыки? Что делаем дальше? Не пойму нихуя. Ить. Смотри, крош станет, да? Пин! Надо эту штуку нажать на него, наверное. Нихуя. Че уёб-то? А чё за хуйня? Не понял. Пацики? Чё за бред? Ой. Играем. Да. Не понял, блядь. В чем прикол, блядь, объясни мне. Как это работает? Я что-то не пойму.
Плюс в чат, если вы срали на голову деду, посмотрим, сколько нас сильных. Ты собака, я собака, 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 ты собака. Не пойму я, ну что вот говорите, это куда-то вот цепляет. Куда его цепляет? Куда, блядь? Короче, это не работает вообще. Я нажимаю, громко говорить, он допиздит, как бы его и нет практически. Куда его применять, я не знаю. То есть он не работает. Помогите, что ли? Не понимаю. Вот, усилитель голоса, вот он. Закрепи рупор на шар. Отлично! О, теперь как. Пин может нас услышать. О, как! Привет, Пин! Привет, ёжик! Нам нужна твоя помощь. На самом деле, мне тоже нужен ваша помощь. А что случилось, Пин? Я не могу приземляться, потому что посадочная полоса не работает. Полосу. Сломался один огонек. Надо его починять. Но сам я не могу, я высоко. Пока посадочные огни не работают, я не смогу приземлиться. Я буду ждать вашей помощи тут. Скипай, не мучи нас. Посадочных он издевается нету, над нами, Зябус. Заставляет смотреть дерьмо. Дерьмо то, что ты себе насрал, блядь. Ты насрал, чувак. Ладно, тогда я выхожу, да? Хватит на сегодня смешарика, правильно я понимаю? Ну, хорошего понемножку должно быть, ну правильно? Ну правильно, да? Конечно, правильно, родной, выходи. Не, правильно, выхожу, да, правильно, идем играть в другие игры. Я выхожу, да. В смысле нет? Я выхожу, нет или да? Не пойму, в смысле нет? Вы чё, блин, дураки? Блядь! В смысле нет? Нет! Блядь, ну вы чё, издеваетесь, что ли? Уважаемые зрители данной трансляции, вынужден вам сообщить, что сегодня скончался контент на канале Глад Волокас. Минуту молчания. Да, ничего, что наоборот, сегодня лучшая игра, которая была последние полчаса. Ничего, да, типа лол? Снимок с расположением дерева поможет Лосяшу сделать расчеты. Вот фотография. Ничего. Так, 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 ситуация понятна. Необходимо только следовать этой схеме сдвига бревна с точки падения. А какие приборы тебе нужны для вычислений? Мне надо мою большую энциклопедию косинусов и синусов. Чё, это самая большая книжка в моем доме, так что ее будет легко найти. Мой циркуль и еще мои бутерброды. С ними я быстрее сделаю... Если вы что-то за... Все вещи... Зам, в дом... Рот свой закрой, я тебе еще раз сказал. Значит, если вы что... Все вещи... Так вот бутерброды, рот вот циркуль. Рот закрой свой тубарик. Сам! В доме... Сыт, без патакуне, олца, море, кэнди, уже забалать, ахуя ты, бля. Если вы что-то захотите взять, то сначала поговорите. Если что-то потеряется, то я не смогу. В доме Лосяша много эксклюзивных экспонатов. Давайте сначала поговорим с Лосяшем. Циркуль для... Вкуснотища. Фирменные бутерброды Лосяша. Так, и теперь нужна книжка самая толстая. Да, даже у АФК Twitch стримерков контент есть. В отличие от Глада, Замечательная фотография!
Да что ж так? А вот она. Все. Да, это нужно Лосяшу. Вот, все, о чем ты просил. Не, ну как можно за хуйню играть? Объясни мне. Ты закрой свой рот! Сейчас, сейчас. Вот чертеж. Для поднятия упавшего дерева по дороге к Нюше вам потребуется медведь. Чё? Чё он сказал, еблан? Какой медведь-то, блин? Это что за брат? Привет! Пожилая блевотина. Привет. Куплено в эту козел, быстрее тебя прошел. А Богданчик сегодня будет. Ему в дурку отправили, потому что он с тобой познакомился. Ты лох. Хаба! Хаба! В смысле, а медведь где? Ю-ху! Поговорить с Копатычем. Копатыч, он где? Копатыч. А, он медведь разве? Я думал, он крот, блин. Ой, это не сюда. То есть я, пожалуй, Копатыч по-вашему? Ага. А Копатыч уже здесь. Тю, он, блядь, может помочь нам. Уже здесь, да? Нихуя. Ух, сука. Спасибо, Копатыч. Спасибо, Копатыч. В этой игре есть барашек. Ты, сука, Лосяш, понимаешь, ты уже этой игрой всех утомил. Скип игру. Поиграй в другие игры. Лучше в Star Citizen. Ты давно, эта игра нравится абсолютно всем. Здесь все на потоке просто кайфуют, блядь. При просмотре этой игры все, абсолютно все кайфуют. Понял. Разбудить бараша. Весь чат кайфует, блядь, а ему не нравится. Вот дурак, сука. Для того, чтобы попасть в домик, надо разбудить бараша. Ну и как это сделать? Какая интересная рогатка. Стрелять. Ее нужно немножко усовершенствовать. Ю-ху! Каким образом? Для веток надо найти что-то другое. Блять. Краску Нюше дать? А пососать Нюше не дать, кстати? Нет, она не берет. Нормальные игры будут, что за вопрос дебильный, блядь? Это, по-твоему, ненормально, что ли, игра клоун, блядь? В чем, блядь, мелешь вообще, блядь? Сука, побойся бога, такое говорит. Это получше смуты. Согласен, Валер. Жаль, что как только пошел этот контент, мне пришлось закрыть поток и пойти бороздить просторы Нижнего А. Но вот я вернулся и получаю неописуемое удовольствие от происходящего. Я взял будильник, а для чего он нужен? Разбудить его надо, бараша. А для чего мне будильник нужен? Не мешайте ему проходить, пусть хоть разок блеснет умом, хотя бы в диск-игре. Пора!
Бараш! Бараш! Пора вставать! Если будете сейчас себя плохо вести, я в эту игру выйду. Крошу не хватает терпения, я выйду с этой игры, чтобы будете плакать и страдать, привязать веревочку. Я сказал, я выйду с этой игры, если будете себя плохо вести. Ты за 40к забил на всех зрителей. Крошу не хватает терпения, чтобы ты до сих пор в эту парашу играешь. Продажное чмо. Лысый орлан. Дука лис. Пошел ты на. Так, значит, пишу последний раз. Либо ты скипаешь эту поебень, либо я приеду в Самару Дениска и распотрошу твоего енота. Насру в твой гараж. И заберу ролинку всех с рабства. Контент вам. Будешь ты с***ь дохуя, блять, возьму и выйду из игры. Будешь там плакать, блять, и жалеть. То, что я покину эту игру, ебаную, блять. А да пиздитесь, а будете, блять, смотреть хуйню всякую. Типа Элден Ринга, ебаные доты, ебаных танков, блять, звонков, ебаных. И каких-то совместных игр, типа зомби и прочих хуй. Ты меня заебешь скоро, сука! Лысяш, это ты попуск уже 2 часа, говно, стрим идет, бараш. Не мучай нас, твар, лысая самарская бебра, вырубай лысые колено, вруби Star Citizen спермы. Ух ты, бараш точно! Ой. Женское говно всегда дороже золота. Чем больше говна, тем больше золота у нас. Да я не ебал, где дом ежика этого ебаного. Где ежик находится? Какой дом у него вообще? Че, помню, что ли, ежиков этих? Ежик, блядь. Это этот медведь. Понюхай моего полувялого Калкалыча. Я не знаю, я забыл. Налево, блин. Налево я привык ходить в реальной жизни, но не в этой. Все. А, где ключик вот это, что ли? В конце игры будет главный босс монетки Аш, который попросит разобраться с посудой. Да нет, это само начало. Хаба! Ну там Нюша. Тут Крош. Куда идти? Блять, ну это прыг. Тяжело ли быть альфа-самцом? Спасибо за вопрос. Нормально. Как-то, ну, умудряюсь. В интересную игру, Кро... Нюша, почему ты грустишь? Может быть, конфеты по... Бантик? Это... Ну, что? А я люблю коллекционировать. Ай... А я? Да пошла ты нахуй! Это дом Кроша. Куда еще? Что Валера? Может быть лучше, чем Валера, философствующий на тему женской пизды, которая дороже золота, играющим при этом в смешариков? Здесь Макро дядя, а это дом Кроша, а это дом Нюши. Где как дом у тебя этого дело... ёжика? Твоя мама ёжик ебаный, сука. Ты гной. А, вот он, да? Кактусус обыкновениус. Кактусы. Аккуратно. Ебать, закрой. Эхианопсис пуст. Хуяктус пиздактус, дебил, блядь. Мамиля. Маметка. Эхианопсис. Мамедиус ху... Безусович.
И что? Этот предмет сухой. Сухой, как пи***а коросты вечно. И чё, куда? Ну чё, я все равно не понял. Почини, посмотри, ну понятно, сушимся к самому. Чем я его должен? Бля, как не зайду на стрим каждый раз. Игры все тупее, тупее, лечи, лечи. Тупее, ты давай выйди, хуйло! Если тебе эта игра не нравится, это не значит, что игра, хуйня! Копаточ, ты лох, петушара, блядь. Ну что, я все, я затупил, я не знаю, что делать. Лейку забери у Копатыча, ну где она? Лейка Копатыча. Где Лейка Копатыча, родной? Копатыч очень любит домик. Где Лейка, блядь? Копатыча. А, прям к нему подойти, что ли, нужно? Нет, блядь. Свой. Закрой! А кто тут Скуфыч, а кто Копатыч, а кто Ан? Никто. Я не набирал воды, у меня нет воды. У меня ведро с краской. Краска в ведре, понимаешь? Краска. Краска в ведре. В ведре краска, куда ее деть нужно? Я не фанат Ассасина, типа вообще я не люблю тупые игры, как бы, ну честно сказать. Я фанат Линейджа, я люблю игры, где нужно думать со смыслом, что-то интересное, а такие однообразные, типа Ассасина игры, они не для меня. С Нюшей нужно поговорить о цветах конфетах, потом о подвигах, принцах, блядь, но ну, не говорит она эти темы. Она говорит только о хуйнях. Нюша, почему ты грустишь? Может быть, конфеты поднимут твое настроение? Конфеты? Это прекрасно! Но это не самое главное. Копатыч немного устал. Сейчас он отдохнет и вернется домой. Копатыч немного устал. Че, как я лейку возьму? Ха! А что может быть главнее конфет? Главнее конфет может быть только... подвиг, который совершается ради прекрасной дамы. А по-моему, конфеты тоже ничего. Да, конфеты это всегда вкусно. О, появилось. То есть ты хочешь, чтобы кто-то ради тебя совершил подвиг? Да хотя бы маленький. Например, подарите мне такие цветы, которые были бы одни-единственные на свете. Ага. Самые прекрасные. После того, как ради меня будет совершен подвиг, я смогу открыть дверь и перестать грустить. Сука, отвар лысая, если ты не скипнешь эту парашу, я тебе по почте, Нюша, отправлю подарок, и каждой коробочке будет говно. Мне ты будешь открывать, ничего не подозревая, будешь пропущен перед зяблами, вырубая глаз. Индивидуальность и красота. Мне подарки уже никто не присылает, потому что я все подарки съедаю. Саня Сакура, хай, 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 Саня Сакура, хай, 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 так, шо, теперь уйди с локации, вернись, будет стоять Лейка. Хорошо. В натуре. В натуре ты был прав. Блять, я заблудился. Ладно, давайте потом продолжим. Я хочу пойти Павлов поиграть в игрочках. Вы действительно хотите? Да, прикинь, да, вот, блять, да, это, блять, сложно сделать, но, сука, надо немного отойти, блять. До свидания.